Я считаю, что у Петели, когда снимаешь, это более. Ну, ты знаешь, когда у тебя притупленные ощущения, да, немножко, потому что у тебя все замерзло. Я не довожу до такого. Ну, у тебя чувствительность все та же сохраняется, когда ты замерз? Или у тебя пальцы, например, хуже двигаются, правда? Ну, бывает. Двигаются нормально, но вот чувствуется. Ну вот, поэтому тебе не больно, типа. Ну, опять же, дело не в этом. Опять же, ну, типа, замерзшую кожу, ее очень легко повредить. Ну, типа, короче, в общем, это, конечно, особо незаметно, но, типа... Неважно, короче, да. Это долго объяснять, типа, почему не надо так делать. Что? Он мог вырубиться от того, что холодно сильно. Мне тоже холодно, но я же работаю. Положи его во внутренний карман, он нагреется, тогда достанешь ключ. Вот Мейзу держится. Даже айфон выключился. Да потому что вот эти вот ваши айфоны, вы платите невероятные бабки, короче, за воздух по факту. А вот Мейзу, понимаешь, Мейзу у меня не выключился, потому что ему холодно. Ну что ж ты его держишь в кармане все время, а это все время на улице? Холодный карман, холодный. Если бы он был бы теплым, я бы еще, понимаешь, я бы еще понял. Первый!
сороковая. Сколько? Процентов? Так потому что реально он 100 был с утра, понимаешь? Сороковая. Сороковая. Нет, у Никиты. Да, он сказал тебе сороковая. Я тоже не слышу в наушниках стоит. Спасибо.
силы вместе, сейчас. Двенадцатая. Степ-аэробика, так сказать. Мне нравится. Лина что стоит? Я вижу, что халтурит на степе. Ставлю себе степ. Начинаю с ней заниматься, понимаешь? Дожился, фитнес-тренер, понимаешь? Лениво, медленно. В зале лестницы нет? Есть. Тогда лучше на ней, тогда можешь и не исправлять. Так нормально дает. Степ? Нет, оно выше, чем степ. Оно такое же примерно, как то же самое, только ниже опускается. В случае, типа, даже если там халявишь на лестнице, то это примерно как на степе получается. Подожди, на степе там халява только может быть в плане скорости, чувак. Степ это типа такая досточка, ты на нее раз стал, два стал, два раз. Так же самое, типа, то типа еще там... можно в плане высоты. Ну, так на степе можно высоту регулировать. Там же два степа ставятся. Вот. Ну, короче, там есть регуляция внизу. Типа, там она в плане скорости халтурила. Я ей потом музыку дал. Дальше. Давайте. А ты на степе занимаешься? На дома стою. Ты занимаешься на степе? Да? Нет, не занимаюсь. Да? Ты что, девочка? Что, девочка? Что ты как девочка? Присест, давай, Витя, присест. Я же типа такое, знаешь, это. А она что вообще не врубается, типа в чем фишка, ну, типа, юмор для нее, знаешь, непонятно. Ну, типа, понятно, я же потому что он типа для идиота. Вот. Либо ты прохаванный, либо типа это абсолютно не смешно и непонятно. Вот, короче. Так мы что, я включил последнее видео, у них понял, типа, мы что, сидим, смотрим. Смотрим. Типа, короче, дает второму собаку свою, договаривается, понял, типа, по-братски. Она еще, понял, бежит по пляжу, такой, Валера, который собаку ждал. Кто такой Валера? Он говорит, Валера, говорит, братик, столько лет с тобой не виделись, типа, солнышко, возьми мою собаку, я тут в Турцию купил билеты по $100, типа, полечу. Он такой говорит, я тебя, говорит, не знаю, меня вообще не Валера зовут, типа, ты кто такой? Он говорит, ну, родненький, что ж ты, типа, так не по-братски, типа, поступаешь? Короче, он мол, ты можешь взять эту собаку, знаешь, что-то такой взял поводок, такой, типа, ну, говорит, типа, собака это. И понял, на кадре видно, как он просто, типа, вылетает вслед за собакой, а собака маленькая, понял, такая, типа, чихуахуа.
Понял, короче, он его тащит, тащит, тащит. Ну, протаскивает через полгорода, сам в гелик садится и уезжает. Вы знаете, когда он типа так вот просто срывается и вылетает, вот так ржали. Так потом они типа этот на пляже. Типа находит художника. Ну знаешь, типа. Говорит, ну, становятся эти двое, типа, говорит, ты тут собаку, говорит, не видел, мы потеряли. Он говорит, типа, нет, говорит, вот ты, говорит, отойди, а этот останься, типа, дорисуй. Знаешь, понял, рисует, еще шрисует вот так вот, типа, ну, вообще вот в разброс. Вот он такой, знаешь, типа, такой, говорит, как на фотографии, это фотография стоит. Прям видео дорисовали? А? Видео прям там дорисовали? Ну, типа, там просто они на мольберт положили фотографии. Блин, прям как на фотографии. Ну понял, еще каждый раз, как дорисовывают, он типа как-то этот мольберт бьет. Короче, в конце концов, он понял, типа такой, ну вот так вот берет такой вертуху, такой прописывает этому мольберту. Такой говорит, ну вот теперь точно похоже будет. Прогиб он кидал этот мольберт. Боже, чувак, осталось меньше 10. Ну, типа, у тебя уже меньше 10, у меня чутка больше 10. Пожалуйста, пусть это все закончится. Давайте постоим. Да не прыгай! У нас, кстати говоря, вернулся в лигу игрок. Ты заметил, да? В лигу игрок вернулся. Прости, пожалуйста. 18-е. В лигу вернулся игрок у нас. Али? Нет, в белой, в манишке. Антон, да. Его же давно не было уже, да? Так он был в профкомане, не знаю, может, в США до сих пор нет. Во второй лиге, окей. Ну, вернулся к нам, видишь. Он в дерби играл. Ну да, да, да. Ну хорошо, играл просто. Провоцировать много. Ну, имеет право, в принципе, это никто не запрещает. Ну, понятно, да. Ну, это просто отличительная такая черта человека, по которой ты ее запоминаешь в игре, знаешь. Правда, он сам тоже может. Его тоже запрещается. Ну, понятное дело. Просто так никто не делает, понимаешь? Я ни у кого, как у него, до сих пор он мне помнится. Почему? Потому что у него больше всего красных карточек я видел, знаешь. Почти каждый матч, знаешь, свободно. Ну, не совершенно неизвестно, что он делает в этом. Я не знаю, кто в ней играет. А в Соседаде? Ой, Бильбао, да. Что он делает в Бильбао? И что там делает вообще, как бы, этот... А? Да, Тышковец и еще один товарищ его с предыдущей команды. Ну подожди, были же трансферы вот недавно. Но все равно этот Дима, капитан Безубин, он... Да, я понимаю. Вот он, короче, типа дружба. Плюс он там общается с капитаном. Да, вот я вот сейчас стоял и пытался вспомнить, с какой он там команды. Неправильное ведение мяча. Вот здесь мы его не выбрасываем за головой. Алишер, покажи, как надо. Конечно, покажу. Давайте, Илья, смотри. Мастер-класс отмечили, по-моему, 30 хаков. Сина, Сина, Тоха, Тоха, давай, сюда, сюда. Береги пьяры, смотрите, что еще двое. Аккуратно. Шивануло немного. Чутка. Даже с твоей стороны летит. На этих выходных один на один. Ладно.
Витя. Что? Среагируй. А минута 55. Боже, как тебе хорошо. Чего, какая здесь минута вообще? Уже 56-я. Ну, так вот это старая. Ну, 52-я еще. У меня же практически сразу начали. У тебя еще было минуты две перерыва. Непонятно зачем, знаешь, когда я уже не прошу его. Давайте выше, все. Когда уже просто давайте закончим это побыстрее, и просто я пойду домой плакать. Последок оставляет. Четвертая минута. Спасибо, Никита. Машина, я не знаю, кто. Без разницы. Время ты знаешь. Плюс 30. Извини, Даш, я что-то тупанул. Ну, мозги прямо, разве. Неудивительно. Ну, неудивительно, их же ж нету, в принципе, знаешь, типа, то, что мертво умереть уже не может, да? Минуты осталось? Ты счастливый, типа? Не веришь в свое счастье? Чувак, на следующей неделе то же самое, понимаешь? Даже больше. Я просто чисто физически стал, не представляю, как мы тут выживем, понимаешь? Я больше потрачусь на одежду сюда, чего типа заработал. Лишено всякого смысла. Да, может, вспомним старые добрые, когда тайм был по 25. Свистнешь. И типа скажешь, 4 минуты аж там добавил. Да, да, да. Это я типа опоздал, короче, понял? Типа не доснял. Андрюха с меня зарплату снял. Че, лайфхаки? Так, Витя, делай все очень быстро, пожалуйста, понимаешь? А, ты ж снова там. Врача, врача, позовите врача. Серьезно, блядь!
Дарин, 28-я. Двадцать восьмая минута, оба события. Ой, 28-я, 58-я, прости. Что я туплю сегодня? Ох, туплю. Тридцатая. Слава богу. Шестидесятая. Это все равно уже. Интересно, просто свистни уже.